Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение партии за кхмеров Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm на 10 игроков со случайным деревом технологий социальных политик. Если вы не видели начало, то лучше перейти к нему, ссылка на первую серию есть в описании. Ну а спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке «Сообщество». Спасибо им за поддержку. Всем остальным приятного продолжения просмотра. Все исходящие торговые пути... Торговые пути к вашим городам, да, ничего. Лучше бы ты Египет взял. Ну да. Так, давайте, наверное, сюда посмотрю. А что, тут не дали за этот? Странно. Странно, построил священное место на плюс 5, и мне не дали очков эпохи. Может, ты уже построил на плюс 3? Я видел, у тебя на плюс 3 есть уже. А что, только один раз дают? Да. Подожди, это со всеми так районами? Да, конечно, это как всегда было. Серьезно? Блин, я думал, каждый крутой район, блин, нифига себе. Вот это новая для меня информация. О, слушай, тут еще и жемчуг есть. Слушайте, хороший город. Мне этот город нравится. О, раз, два, три. На четвертом радиусе даже черепахи есть. Нормально. Живем. Так, давайте сюда прыгнем. Пойдем искать нумибийца. Тут вообще надо бы возвращаться уже этим пращникам. Сейчас какие-нибудь варвары появятся. Так, вот тут, наверное, святилище мне не надо. Тут бы я кампус начал строить, честно говоря. Так, у меня предложение для тебя, Ганди. Или караван. Значит, смотри, блин, 60. У меня есть поселенец. Понятно, что это, этим городом надо покупать, я но я бы здесь караван отдать, сначала. Но ты мне должен будешь помочь с Польшей. В смысле Польша? Стоять. Мне без разницы на слова Польши, я хочу услышать, что скажет Ганди. Ракет. Следующим ходом можно будет... Один ход что-нибудь можно построить. Ну, тогда я отдаю его какие тебе. У нас тут веду к... производство, боевая мощь города. Варваров. Так, кстати, игры развлечения давайте отложим. Захватил Москву. Пока. А где Польша? Нигде Польша. Инки, хочешь помочь повоевать с Ганди? У нас как раз армия в сумме будет плюс-минус его. Сейчас я еще свою подготовлю. А могут... Это мне говоришь? Угу. Инк. Нет, конечно, я даже не нашел Ганди. А он прямо возле твоего разведчика. Ну, в смысле не Ганди, а кто он там? Венгрия. А, ну, да. Так, можешь забирать? А, блин, тут я еще. Я нету. Так, ладно, все равно так мы что, сначала. Нет. Во-первых, пророка надо быстро принять религию. Так, иудейский. Что у нас осталось? Хоровая музыка, культура, столько и веры. Неплохо. Религиозные сообщества, все чудеса. Два, плюс у нас двумя специализированными. Давайте хоровую музыку, у меня культуры мало. Так, а здесь... Знаете что, я попробую межкультурный диалог. Чтобы еще науку иметь с веры. Так, и тут важно сразу, давайте, 70 он стоит, чтобы разнести веру сюда, потому что тогда будет лояльность повышаться. О, тут лесопилки, не, ладно, в любом случае мы сначала выкупаем, блин, 60. А, стоп, 60, какие 60, вот здесь же я могу выкупить, так, и отдаем эту клетку сюда, смена... Кампус. Удалить. One Heart Home. Блин, или в Ереван. Не, он фиговый. Век еще так затягивается, походу. Ну, максимум до 60-го. Блин, 35 науки у грека.
Неплохо, неплохо. Так, ну что, лесопилочку может тогда... Пока. Какой тут клетку будет город брать? Непонятно. А когда выкупаешь клетку, непонятно, какая следующая будет. Блин. Ладно, давайте, наверное, лесопилку. Что он тут? Или здесь вырубить и потом шахту. Давайте, наверное, так сделаем. Надо быстрее монумент строить. Блин, тут еще клетки выкупать надо, на самом деле. Так. Блин, я реально не знаю, что тут строить. Тут вообще бы правительственную площадь... Блин, а где? Правительственную площадь, наверное, вот тут где-то надо. Кстати, производственная вот здесь офигительная будет. Правда, жалко без акведука получается. Но она вроде и без акведука в данном случае будет ничего. Так. Теперь тогда тут давайте... Ну, правительство. Где нам правительство? Нам где-то где вот, вот тут где-то надо будет делать правительственную. Ну, значит, в любом случае давайте сначала строителя. Довольства не хватает. Вообще с кем-нибудь можно поторговать? Нет, блин, ну охренеть. А, вот где у нас Нубия. Так. Кри предложение. Предложение. Кри. Довольства не хватает и жилья не хватает. Но я там переключил на производство. Так. Строительство открыли. Тогда, собственно, здесь политическую философию надо открывать. Так, 4 хода. А здесь тематику пока. О, так слушайте, тут еще куча территории на самом деле. Но я выйду в героический век, я буду за веру, наверное, поселенцев покупать, да? Ладно, давайте тут обработаем. У меня нету денег пока эти клетки выкупать. Потом куплю рабочего и обработаю уж как-нибудь. Опа. А, убери таймер, пожалуйста. Я забыл, что я не я хост. Или его вынесли, подождите. А, это грек. Это грек. Мы тебя ждем, заходи. Так, монумент есть. Я, наверное, вообще бы с центра коммерции начал. У меня нету вообще ни одного центра коммерции. Давайте думать. Тут где-то у меня дамба будет, например, да? Акведук тут. Блин, мне центр коммерции, получается, здесь надо. А я опять не могу купить клетку. Блин, да что ж такое? Ну тут пофигу. Либо так, например, тут акведук ставить, тут дамбу. И тут тогда производственную площадь. Но в любом случае центр коммерции получается там. Амбар. Ну, стены бы мне, конечно, тут построить. Все еще минус по лояльности. Ну, тут уже 0,5. Я когда религию, да, стены надо тут. Человек, который вернется, мы можем сначала хода сделать? В смысле сначала хода? Автосейв загрузить. Нет, почему? Я случайно принял от Польши дружбу. Да не, мне тогда больше нравится. Да. Сейчас как-то случайность
Слушайте, прям плохая. Давайте все-таки откатим. Не-не-не, мне так больше нравится. Это реально мисклик, потому что я за поселенца обещал там помочь. Ну, помог. Вот что я тебе поселенца дам, у меня тут лишний стоит в городе. Когда-нибудь потом, когда дружба кончится. Ладно, тогда я знаю более хорошее действие. Если на меня нападет Польша, то обещай, что ты будешь пользоваться моими городами так, чтобы победить Польшу. Плюс 5 кампус. Кайф. Какое-то очень смутное обещание. Так. Он только сейчас не заберет мою столицу, потому что все-таки она сильная. Амбар. Походу, это самая быстрая игра у меня. Наверное, надо строителя быстрее сначала. Быстрее было то, когда я... Это... Как это называется нация, которая начинает с моря? Маори? Да, маори. Когда я начал маори, только встал на клетку суши, и меня сразу захватили войны. Если я нападаю на Венгрию, то ты... На меня нападаешь. Так, священное место тут без... Ну, нет. Надо центр коммерции ставить, но пока нету... Да. Это Венгрия тебе только что сказала. Нифига ты камень захватил. Ладно, давайте пока строителя начну. А, ну я уже в героическом веке, хотя еще 10 ходов. Я так понимаю, что Нубия здесь на краю. Отдельно от всех. Ну, я сюда еще смогу города поставить. Тут еще какие-то места есть более-менее. А, слушай, Череня, а скажи... Ну, поставь метку, где ты вот от... Слева от места Хисипика хочешь город ставить. Там я не хочу уже город ставить, там англичанин. А, да? Понял. Хорошо, англичанин, где ты хочешь ставить город? Слева от места Хисипика на реке Северн. Инк, можно, пожалуйста, убрать разведчика? Конечно. Я уже привел Крысова, а ты уже увидишь, где он, ну, где факт. Не, ну просто хотелось бы как-то так договориться, может, у тебя есть... Я сейчас покажу, где я бы хотел поставить. Видишь, где моя метка? Влезет у меня туда город? Слушай, а что мне тут ставить, если тут река есть? Ну, все равно я как бы... Англичанин. Не влезет. Но, если я подвинусь, он влезет. Но что у меня от этого будет, как бы, тут уже другой вопрос. Ну ладно, ладно. Не особо там мне и хотелось, ладно. О, уже плюс в лояльности, отлично. Так, давайте думать, где мы все-таки будем ставить правительственную площадь, и я думаю, что вот здесь. Тут я могу вырубать все эти леса, в принципе, тут у нас на будущее, наверное, какой-то город все-таки где-то встанет, который тоже будет, да, давайте сюда. И, собственно, надо ее ставить. Вильнюс, Лиссабон, Венеция. Тут где-то еще, по-моему, какой-то научная ГГшка была, кстати.
Там еще удивлялся Челлини, что его грек не нашел. Так. Ну что, наверное, выкуплю эту клетку и ставлю правительственную. И постепенно тут вырубаем лесок вокруг. Ну так что, в итоге не получилось у тебя на плюс 4, да? Я еще не поставил там развлекательный. Вот если будет район, интересно будет. Кстати, а вы находили вообще чудо? Я еще пока ни одного чуда не нашел природы. Я только шоколадные холмы нашел. Ну, у меня чудо есть. Это у кого? Я даже построился на нем. А где у тебя, Нубиес, чудо есть? Ну, кто говорит? Кри. Наверху. Над шатом? Да. Ну, чуть выше. У меня тоже есть неплохое чудо. Так, давайте, наверное, производство. Но оно такое странно респанулось, что оно не особо актуально. Ну, то есть оно особо не работает. Походу, самое актуальное чудо у меня. Но оно очень хорошее. 5 городов всего лишь. Блин. Все плохо. Все плохо. Так, надо следующим ходом сохранить. Ну, кстати, у меня плюс по деньгам неплохой, даже без караванов. То есть это за счет ресурсов. В принципе, мне это нравится. Блин. Блин, почему не с кем торговать? Блин, куча ресурсов и торговать невозможно. Нету просто лишних. Так, вот теперь у меня должна быть тут лояльность норм. И я пойду, наверное, дальше Кри обращу. Все, минус ГГшка. Неизвестная. Научный снес. Аншан я снес. Да, слушай, тут еще есть места, куда ставить города. Надо бы дружбу с этим и открытые границы. Нубия, предложение. Так, 3 заряда. Давайте рис. Видите, культурный захват, кстати, произошел за счет священного места. Еще сделка, Нубия. Так, вот здесь мне точно нужно уже кампус строить. Древние стены есть. Ну и вот лояльность за счет обращения его плюс 4. Зашибись. Так. Тут пока денег нету выкупить. Я бы, конечно, священное место лучше начал, но давайте. Давайте строителя. Следующим ходом политическая философия. Ну, очевидно, что. Я у Нуби просто единственная возможность на союз. Он либо меня захватывает, либо со мной союзится.
захватывать ему не прикольно меня, потому что я просто далеко нахожусь. То есть, если бы я города сюда ставил, то есть меня захватывать, наверное, только если у Кри более-менее, но Кри, как мне кажется, слишком окружен соседями, чтобы заниматься моим захватом. Так, сколько я уже имею? Уже 4 науки имею от верований. Ну, Кри поставил кампуса. Я думаю, у меня тут сейчас достроится кампус, у меня тоже будет дохрена науки. Плюс там еще где-то ГГшка научная. Очевидно. У меня пока веры маловато. Так, ну, античность берем. Так, монашество. Не, монашество, наверное, не хочу. Давайте пока плюс 2 влияния точно. Здесь поселенцев я буду за веру покупать. Давайте создание строителей. Плюс 2 золота нет. Плюс 1 к жилью с двумя и более специ... Вот это, кстати, можно поставить, да. Сейчас по городам надо пройтись будет. Видите, тут уже есть жилье для роста. Так, зал для приемов. Пойдем-ка мы, наверное, лучше к англичанину исследовать. Американец, посмотри, вот здесь я бы хотел город поставить. Сюда даже поселенцы привел. Так, терпингалу надо прокачивать. То у меня науки вообще нету. Надо, чтобы стал. Это будет плюс 7, то есть 27 науки. Ну давай я мечей туда приведу. И он там, и он встанет как раз на твоей метке, только красного цвета. Так, давайте тогда думать, где тут ставить города еще. Что-то мне не нравится американец. Давайте. У меня сверху море, справа море, слева море. Мне жить негде. Нормально, тебе пустыня. Не, под Аншаном, это пустыня. Куча пустыни под Аншаном, понимаю. Правильно, веди, веди. Ты не даешь мне поставить город в четвертом, в пятом радиусе столицы, если ставишь туда. А чё ж ты до сих пор в пятом радиусе столицы ничего не поставил? Потому что там горы непролазные. Слушай, ну там вулкан, он тебе будет все рушить. Зачем это нужно? Можно подвинуться немножко. И сверху вокруг ходить. Сюда, наверное, хочу. Так, тут так, наконец-то центр коммерции вот здесь. Не обратиться. Ну ладно. Пойдем-ка туда. Хочу посмотреть, насколько соседствуют Кри и Грек. Фига, тут пирамиды кто-то строит. Ну, логично. С другой стороны. Все обращают свою веру. Может, кто-то там крестовый поход попробует забрать. Всякий. Я не буду крестовый брать. Не волнуйся. Обещаю. Ладно, тебе. Влезем, влезем. Ладно.
Кстати, а что у нас по поводу храма Махабодхи? Мне его негде строить. Не, подождите. Он в лесу рядом... Нет, есть где строить. Вот здесь, например. Слушайте. Потому что это двух апостолов для укрепления религии дает. Это хорошее чудо. Так, два хода, математика ускорится. Блин, этого рабочего не понимаю, куда деть. С ней что с ним? Да, вот давайте вот сюда лес обрабатывать, потом тут холмы. Челинью дружбу продолжим. Давай. Раз обещаешь. Звони. Слушайте, давайте паузу, когда мы в следующую эпоху выйдем. Минут на 10. Хорошо. Давайте. Давай. Тебе не хватило два этих, но я думаю, что у него следующий житель будет иудеем. Да, Мироя красивый. Надо ли пингалу на культуру? Или лучше... Не, надо пингалу на культуру. Так. Зал для приемов готов. Мы еще тут можем какой-то район сделать. Ну, кампус нет. У меня есть где кампусы хорошие. А что там по поводу, кстати, Махабодхи? А вот она. Три хода. Два хода. Два хода Махабодхи. Давайте, наверное, строителя. Я как раз вырублю этот лес под Махабодхи. Опять лояльность. Да что ж такое? А, это вот здесь. Ну, кстати, надо обратить вопрос. Может мне... Кажется, он сам должен обратиться в религию. Нет, надо все-таки купить. Реально, нубийца, что ты под Рараймо не селишься? Рараймо это круто, кстати. Да селюсь, но... Кри предложение. Спасибо, Ганди, я боялся, что ты заставишь меня еще сегет отдать. Ну ты видишь, тут всего лишь только две клетки, можно, ну три максимум хорошие, а остальные там под районы. Леша, сделка, посмотри, пожалуйста. Райма хорошее чудо, но, блин, оно заспаунилось так, что оно... У меня, конечно, будет жемчуг впереди, но не скоро, прямо скажем, а лучше бы мне его брать, чтобы довольство тоже... На лояльность. Чтобы меньше недовольства было. Хотя у меня сейчас будет героический век. У меня уже точно не отвалится ничего. Надо. Так, а что хочет Венеция? Обращение в веру. Проложить торговый путь. Нанять торговца. Писателя. Ну, Венецию в веру. Как-то так. А это у финики, этого у нубийца, да, трудовая повинность у священных мест, то есть производство от священных мест. Да, 10 производства.
О, научная ГГшка. Так, математика. Кстати, обработку железа. Кстати, навигацию по звездам. Ну, я жемчуг когда-нибудь обработаю. А еще ничего. Я вообще даже ничего. Ну, с черепахой это очень не скоро. Так что надо бы, кстати, собственно, навигацию по звездам давайте просто открывать. Так, пройдемся по городам. Тут на рост переключаем. Так. Еда, производство. Не, давайте закончим кампус за один ход. Я хочу быстрее. Так, тут, вот тут на производство чисто. Пока еда, производство. Ну, все путем. Ну, я в следующей эпохе... О, могу еще одного. Я в следующей эпохе... Так, давайте подумаем, кого. Магнус. Где я что-то вырубать буду? Ну, вообще, вот в Прайхвихе... А, ну, и тем более тут... Ну, слушайте, тут лояльность пока... Ладно, назначу Магнуса в этот город. Но тут, честно говоря, это не особо... Мне это отсутствие лояльности не хватает. Нормально. Так, ну я сейчас как бы, вот я дострою эти кампуса. Вот этот кампус, например, плюс 5, это у меня уже будет 40 следующим ходом. И в принципе все не так уж плохо, да? Тут два города еще ставится, и может даже еще сюда. Ну и понятно, в пустыню мне вот для политической площади, вот надо, кстати, подумать, где тут лучше всего. Слушайте, а вот тут интересно, есть место под кампус? Просто интересно. Так, значит, этот мы... Подождите, я хотел вырубать... Да, я вспомнил, что я хотел вырубать. Вот для этого чуда. А, у меня храма нет. У меня сначала храм надо построить. Точнее, просад, да. Просад. Но это надо. Тем более, что у меня культура идет от этих... У меня верование на культуру. Храмы и святилища. Лесопилка. Лагерь. Крек предложение. Ну да, тут, конечно, священные места на 10 производства неплохо. Какие у вас тут интересные пересечения границ. А почему вот эта одна клетка к Кри относится? Как это вообще получилось? Это же караван так проехал. А, караван, точно. А, забавно, получается, место до кампуса нашлось там, на 4. Ну да. Грек, ты не против? Да. А? Грек, ты не против, там кампус поставлю, где камера? Ну, смотрите. Не, ну слушайте, ладно, я понимаю, караван прошел. То есть это получается, эти клетки уже относились к Греку, а там была просто пустая клетка, и за счет каравана она к нему перешла, да? Да. Ну что, 43 науки. Можно жить. Хотел купить, когда вылетел. Давайте святилище. Ну, я сейчас тут обращу город. И это станет культура. Будет идти. А, тут надо лесопилку. Так, дальше идем. Ну, мне сейчас надо. У Венгра тоже бонусы. Ни одного люкса не обработано, какие-то все прям несчастные. Ну, Венгра тяжелая судьба. Да, у Венгра основной город отжали. Индус предложение.
секунду. Ну что, не успел? Благодаря лагам. Я успел вроде. Да, плюс 10, хорошо. Да, перерыв, кстати, неплохая идея. Да вообще зашибись идея. Пирамиды. Обработку железа. Так, это мы точно не ускорим. Тут возможно. Челине принял сделку. Спасибо. Нафига вот греку священное место? В самом деле я считаю, что греку нафиг надо. Гассера Райма действительно крутая. 14 производства у священных мест. Этого. Нумибийца. А он что-то там жаловался. Я жаловался на гору Ромайну, которая не очень удачно спавнилась. Не забыть рабочих покупать в конце. Ганди, а для кого ты такую большую армию готовишь? Англичанин, у тебя на берегу город влезет еще. Если что, там я типа поставлю тупо в поле там. Я так решил. Город там поставлю и все, я больше не буду там ставить. Смотрите, ребят, реально в поле кампус на 4 у меня в столице получился. Без гор, без геотермалок, без ничего. Где, в столице? Да. Да, плюс 4 точно. Двое джунглей, центр города и правительственная площадь, и два района, да? От джунглей плюс один от правительственной площади, плюс один от двух районов и плюс один от центра, я так понимаю. Правительственная площадь как бы полтора дает, потому что как бы она считается еще и за район. Ну, наверное. Ганди, если что, на тебя не собираюсь нападать. Эта армия тут стоит просто потому что. Так, ну чё, отключай таймер. Давайте, перерыв минут 10. Еще ж один ход. А, да, еще один ход, сорян. Ну, может, ну ладно, давайте еще ход сделаем. Не, ну надо в эпоху выйти, чтобы уже. Так. Тут я рис хочу обработать. Тут лесопилочки. Тут тоже лесопилочку. И начинаем наконец-то чудо. Не, хромохоботки надо ставить обязательно. Так, растем. Тут, конечно, надо еще производство. Но я пока буду религию на поселенцев тратить. Один ход, один заряд в смысле.
Один заряд. Ну давайте тут лес вырублю. Коммерчески ускорим. Грек предложение. Англичанин предложение. Так, не с кем торговать. Так, с этим... Англичанин еще предложение. Я только тебя открыл, что там скинуло? Я так понимал, короче, трюфель или что там было? Я? И кто-то еще предложение только что скинул. Бля, я отменил случайно. Так, слушай, тут вообще не пройти, тут не пройти. Кстати, греку еще вот тут бы город поставить. Не, ну убийца тут вообще зашибись места, на самом деле. А другое дело, что не очень понятно, где ему науку брать. Вера и производство есть, окей. Но науку где брать? И он вроде не может храм Махабодхи пока строить, да? Вы видите, чтобы у него храмы были? У него даже святилища нету. Вот святилище только строится. Видите, и тут только строится. Ну, тут, конечно, 14 производства. 10 производства. Кайф. Чисто от священного места. Так, пройдемся по городам. Еда, производство, еда, производство, еда, производство. Тут только производство пока. Еда, производство. Ну, мне сейчас надо будет покупать поселов и расселяться. По науке и культуре я вроде раскочегарился, мне это нравится. Более того, тут еще есть места вроде какие-то науки. Ну, в любом случае, например, у Анхартхома тут ромашку можно будет сделать. Тут я вижу вроде... Тут надо, конечно, решить, куда город ставить. Давайте возьмем, конечно, вольнодумство, конечно, монументальность. 10 минут перерыв, как ты говорил. Да, да. И вот вопрос. Ну, конечно, с одной стороны, исход евангелистов, а с другой... Фух. А давайте исход евангелистов, да. Там, конечно, культуру я... В героическом только я из соседей. Ладно, пока тут перерыв, отключу, пойду. Я думаю, может мне Венецию в будущем захватить. Вообще, что тут по городам-государствам? Есть ли мне смысл кого-нибудь захватывать? Ну, я думаю, что Ереван, возможно, грек захватит. Ладно, давайте глянем, что тут. Просто интересно, а вдруг там что-то интересное? Ничего. А где леса загорелись? О, прикол. Челиню вызывай пожарных, леса горят. Да, вижу, сейчас капец будет тут, походу. Не, почему это нормально? Они же тебе ресурсы дают, а потом еще леса обратно вырастают. Ну, если он просто рядом с городом будет гореть, то там жители умрут же. Так эвакуируй, сделай что-нибудь, ты же правитель. Ну да, Верховный Магнус все решает. Пересели их. А, ну Чайн, глянь, там я тебе сделку кидал. Магнус все порешает. Англичанин, я тебе сделку кидал, посмотри. Гарара Райма тоже. Охренеть, да? Чудо. Ну, убийца. Нет, апостолов мы, конечно, не будем. Так, сколько у нас стоят поселы? 140. Зашибись. Где мы первого? Наверное, тут хочу. Сначала, потому что тут точно никто не поставит, а тут нумибийц где-нибудь может бахнуть. Поэтому сначала тут купим. Кстати, кто когда союзы вообще? Англичанин, ты тут? Нет, англичанин не тут. Так, союзы говоришь, да? Я их не вижу.
Я уже через два хода, они мне даже уже ускоренные. Они не... Они за феодализмом союзы. Да, да. То есть следующие после феодализма? Да. Так, ну у меня скоро город 10 жителей. Ну я думаю, что ходов 5 будет. Наверное. Давайте мы это явно тут феодализм у нас. Военную подготовку придется так открыть. Но я военный лагерь тут построю потом когда-нибудь. Ну что, погнали? Алексей, ты планируешь эту партию выкладывать, как обычно? Нет. Англичанин, ты тут? Да. Прими предложение или откажись от предложения. Нет, надо походить моим. Какое предложение? Ну просто открой, нажми на мою иконку, там будет рассмотреть предложение у тебя. Ничего нет. Да господи. Теперь пришло? Да. Так, давайте глянем, где так ведук нам можно. Не понял, что нам вообще нигде нельзя. Двух ага. Плюсов не хватает. Ну, тут соседство с камнем каким-то образом. Наверное, сюда акведук, вот сюда производственную площадь в этом городе. Так, на будущее. Но я бы здесь, конечно, просад сначала строил, пожалуй. Акведук. Промышленность. И, кстати, я подумал, что сюда надо было Мокшу сажать, а не Магнуса. Грек предложение. Чтобы он влиял там на всех. Наконец-то. Так. Амбар. Ну тут жилье есть, тем более сейчас сядет Магнус, тут жилья будет завались. Водяная мельница. Водяная мельница. Ну а что, все отметились разве? Двух людей нет. Здесь мед прошло. Слушайте, может, водяную мельницу? Мы ждем двух людей. Кого нету? 4, 5, 6, 7, 8, 9 вообще-то. Подожди, почему? А, да. Да, 8. Кого нету? Так этих дружочков-пирожочков, я так понимаю. Нет, Фьюрис Вольф тут. Так здесь друга своего зови. Чего его нету? Не знаю, может, он отошел куда-то. Кто еще тогда из него? Так, навигацию. Что я могу ускорить? Шестью ячейками. Так я тут. Не скоро. Так собираемся-то? Да нет. Просто я уже говорил. Может, ученичество идти просто сразу? Давайте, наверное, ученичество пойдем. Замки не будем уже ждать шесть ячеек. Так, все-таки что мне здесь строить сейчас? Просад. Ну, мне, как вы понимаете, нужна вера, чтобы покупать посел. А, такой. Я слышу то, что вы перекличку делаете. Оказывается, надо было плюсик написать. И при этом ты молчишь, да? Мы делаем перекличку, но ты молчишь. Простите. Так, пройдемся. Ставь таймер, да? Может, поменьше или... По городам? Нет. Проходили? Просто закончите ход и все, господи. Еда, производство. Еда, производство. Я уже закончу, все сделал. Ну, давайте не начислять ученых. Как раз там сейчас на универе ученый. Да, давайте, все дальше. Плюс 100 в промзоне или где? Или... Можно в центре города. Ну, кстати, ну, я, да, кстати, либо в центре города, либо я еще кампус предлагаю. Те, кто отстает по науке, могли бы догнать. Раз мы не начисляем ученых, то... Да, это хорошая идея. Да. Логично, плюс 100% в кампусе. Оно не будет работать, то есть оно чисто науку будет давать. Давайте. Ну ладно.
Я сейчас уверен, что кто-то вльет каких-нибудь дипломатических очков во что-нибудь себе. Себе только что было, никому. Давайте таких людей сразу осуждать всем миром. Нет, ты смотри, все прошло, как мы хотели. Но кто-то пытался влить. Да, сейчас глянем, кто. Два очка за великих ученых, кто-то из великого полководца, кто-то один. Меня не видно, просто там неизвестные цивы. Американец, гавань? Ек и Венгрия. Американец, 6 голосов в гавань. Ничего себе. Интересно, зачем? О, какие! Шоколад горит, слушай. Да. Пошли, пошли какао там пить. Интересно, а если я здесь сейчас лесопилку поставлю, а сюда разнесется пожар? Рабочий умрет, мне кажется. Нет, так у меня последний заряд. Мне просто интересно, что будет с лесопилкой, исчезнет она или нет. Так, что у нас тут обрабатывается? Тут и так будет 2-2. Ну вот сюда можно пойти, леса. Хотя тут можно вырубить. Давайте, наверное, пойдем тут вырубим. Подрубим, так сказать. Пустой. Так, здесь у нас святилище, просад. А что гильдия ускоряет, никто не помнит? Два рынка, да. Игра мне тут почему-то предлагает, но я, конечно, здесь поставлю. Вообще, что я тут стою? Давайте дальше пройдем. А, так он ушел сюда. Откуда? Так, Спарту мы видим, Афины. 54-74, но это за счет, конечно, соседства коммерческих районов у него. Делал бы так же, если бы не был американцем, защитником веры. Дружит-то тоже надо. О, 6 религий основано, прикольно. Мирный Ганди взял крестовый поход, прикол. То есть религия называется Мирный Ганди. А крестовый поход взят. Так, тут, конечно, священное место пора. Это не защита. Да, ничто так не смотрит. Крестовый поход. Так, а где у нас... Сюда Магнус приехал. Где у нас возможность еще... Исторические хроники лучше открыть было. Не, ну мне надо в союзы. И что, и ко мне никто не отправляет караваны еще. Ну, вообще, сейчас пока без союзов караваны не особо. Хотя я вижу, что к Кри отправляют. Тут пустое место останется. Хотя тут можно город было бы всунуть. Тут англичанину надо ставить. То у него тут с лояльностью будет норм. Колизей Челинью, да, тоже хорошая штука. Стоим. Так, сколько у меня будет стоить следующий посел? 160. Следующим ходом и покупаем. Ух ты, а тут внезапно грек религию разносит. Ничего себе. Ну, очевидно, мне надо хотя бы атакакуп обращать. Ну, слушайте, ну ладно, я тогда не буду особо тут стремиться. У меня есть куда религию тратить. Ну, странно, сколько у грека... Так, у Нуби 30 вход, у меня 52, у грека 11. А зачем он так религию
Ну, то есть это, очевидно, миссионерами он разнес по своим городам. То есть, ну, наверное, можно боится меня, но я тут... Тут победить религии в этой игре точно нет. Можно не стараться. О, вот, Польша. Наконец-то встречу Польшу. Доход от мародерства, создание военных лагерей, статуя Зевса. Мишунь, тут, ну, священное место ясно, инсулы ясно. Стоимость покупки клеток, пожалуй, нет, нет, это все не надо. Да, в общем-то, оставляем как есть, очевидно. Феодализм, 6 ферм. Есть какой-то шанс... Его у меня ускорили. У меня тут было много ферм вообще-то. Рис раз, два. Тут три. Так, уже три фермы как минимум. Четыре. Так, так, у меня две фермы всего лишь. Есть тут где-нибудь треугольничек для ферм вообще? Короче, вот здесь надо будет рабочего купить. Наверное, обработать вот тут ферму. Может, выше немного. Польша, в общем-то... Вот, кстати, треугольничек для ферм. Ну, тут тогда производство... Я же тут так веду... Непонятно. В общем, пока... Но мне надо две фермы поставить точно. Бля, тут долго еще идет к этому городу. Ну, с другой стороны, 4 хода до 10 жителей... Пять ходов храм Махабодхи. Так, надо будет здесь еще купить посела. Ну, сначала здесь я покупаю, чтобы сюда поставить. Здесь я куплю, чтобы сюда поставить. И... Ну, вообще выглядит так, что еще сюда какой-то город лезет. Раз, если я тут два города поставлю, то я... И тут даже еще два, может, влезет. Как бы, ну, нумибиец просто за счет своих чудес, он тормозит с расселением. Ну, вообще, тут не факт, что он тормозит, я пока еще не поставил тут. Может, он тут уже сейчас поставит. Я просто не вижу этого. Да, слушай, ну у тебя там вообще все горит, весь шоколад горит. Все горит. Да, похоже, надо тут рубить лес, чтобы он в атакаку не пришел. Ататат город. Да, название забавное. Лондон. Че, наверное, там вверх не пойду. У меня там скаут сейчас. Я вот так скаутом пойду, наверное, смотреть. А теперь, получается, чужие районы перестали считаться, что ли? Не, вроде считались все еще. Нет, не считается. Смотри, кампус на плюс 3 там только. Между Спартой и Эфесом. Странно, я вот, мы вчера играли, я помню, у меня даже эти шахты считались, чужие шахты для моей производственной площади. Ну, может, районы, конечно, перестали. Наверное, надо Ереван добить. Мне остальные не так... Ну, Болонья, конечно, с одной стороны. Создать мечников. Не, давайте до конца добьем. Ереван. В Ереван кто-нибудь вообще еще отправляет? Да, один посол у Михаила, но это один посол. Так, рынок. Тут я могу... Нет, сначала мы тут покупаем посела. А торговец 70 стоит, да? Ну... Так, а как мне выгодно... Ну, мне, честно говоря, из городов своих в свои пока поотправлять. Тем более нету еще... Давайте... Давайте, кстати, с самой Хари Харалайи я даже за деньги куплю торговца. Или не стоит, или подожди. Блин, ну я веру хочу на поселенцев. Сколько следующий стоит? 180. А, давайте. А, и плюс мне еще вера на покупку этих
строителей еще нужно. Акведук. Дамбы тут нет еще, да? Ну, священное место здесь нигде нормальное не будет. Кампус тоже. Давайте, наверное, амбар пока. Вау, конечно, наука у Кри. Ломан, ну это за счет, вот видите, 3 науки. Дальше смотрим. 4. 5. Это уже 9, 12, да? У меня-то нету, у меня только один коммерческий район пока. Чего я не вижу больше пока. Ну и плюс у него там счастье за счет арены. За счет Колизея. Не с кем торговать. Ну хоть Польшу сейчас встречу. Блин, я же хотел сюда идти. Польшу встретить именно. Что, на другом континенте разве? А, Атлантида, да, есть другая. Ну, грек посередине. А мы тут все огромные. Ну, слушайте, вот опять, вроде ж бета-баланс старт играем, да? Играем с даже Пангея плюс. Какого хрена у нас 5 цивилизаций на Лемурии? Что это за прикол такой? Ну, хуже 4,5, я скажу, там, грек пополам. Ну так-то 4,5 цивилизации на одном континенте просто. На этом пока все. Спонсоры канала «Продолжение» могут посмотреть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!